Быть стариками – непростая штука. Не все умеют стариками быть. Дожить до старости – еще не вся наука. Куда трудней достоинство хранить. Не опуститься, не поддаться хворе, болячками другим не докучать. Уметь остановиться в разговоре, поменьше наставлять и поучать. Не требовать излишнего внимания, обид, претензий к близким не копить. До старческого не дойти брюзжания. Совсем не просто стариками быть. И не давить своим авторитетом и опытом не слишком донимать. У молодых свои приоритеты, и это надо ясно понимать.